Центр симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета посетила делегация, в состав которой вошли заместитель министра МЧС России по Республике Татарстан Николай Сушко и руководители структурных подразделений МЧС России. Встреча состоялась в рамках пребывания в Республике Татарстан министра МЧС России Владимира Пучкова. Во время знакомительного визита поступило предложение создать базовую кафедру для обучения спасателей на территории Казанского университета. Ведь Институт фундаментальной медицины и биологии на сегодняшний день обладает всеми необходимыми возможностями. Анна Глазунова, Леонард Влесьяров, Владислав Михневский, Универньюз.